Егорушка, ты последняя наша надежда. Не подведи, а? Я начальник спецгруппы НКГБ. Мне нужен помощник, такой как ты. Конечно, согласен, товарищ наш майор. Когда они ударят, не ясно. Вот это мы и должны выяснить. Хорошо иметь рядом специалиста. А я все расскажу. Ты чекист. Я же не враг. Решается судьба будущей войны. Ложись.